мой царь, единственный истинный царь в Библии. Он царь праведности, он царь всех веков, он царь небес, он царь славы, он царь царей, и он Господь господствующий. Это мой царь. Знаешь ли ты его? Мой царь, суверенный царь. Невозможно измерять или описать его бесконечную любовь. Он безгранично крепок, он всецело искренен, он вечно непоколебим, он сверхчеловечно благ, он царственно всемогущ, он нелицеприятно милостив. А знаешь ли ты его? Он величайший феномен, который когда-либо видел этот мир. Он Божий Сын, он Спаситель грешников, он центр цивилизации, он бесподобен. Он величественен, он уникален, он неподражаем, он неописуем, он превознесен, он велик. Это мой царь. Он непревзойденная идея для литературы, он наивысшая личность для философии, он наибольшая проблема для критики, он фундаментальная доктрина теологии. Он кардинальная необходимость истинной веры. Он сострадает и он спасает. Он охраняет и он направляет. Он исцеляет больных. Он очищает прокаженных. Он прощает грешников. Он искупляет должников. Он освобождает узников. Он благословляет молодых. Он служит оставленным. Он уважает пожилых. Он награждает усердных. Знаешь ли ты его? Мой царь! Мой царь! Он ключ к познанию. Он источник мудрости. Он путь освобождения. Он дорога мира. Он тропа праведности. Он магистраль святости. Он врата славы. Он властелин могущественных. Он полководец завоевателей. Он главнокомандующий героев. Он лидер законодателей, он попечитель победителей, он правитель правящих, он царь царей, и он Господь господствующих. Это мой царь. В его руководстве вселенная, его обещания непоколебимы, его жизнь неподражаема, его доброта нелимитирована, его милость нескончаема, его любовь неизменна, его иго несложное, и его бремя легкое. Какими же словами возможно описать его? Он неописуем, он непостижим, он неотразим. Небеса небес не могут вместить его, человек не сможет объяснить его. Ты не можешь не думать о нем, и ты не можешь отделаться от него. Ты не можешь прожить дольше него, и ты не можешь жить без него. Фарисеи не могли терпеть его, когда поняли, что не могут остановить его. Пилат не мог найти причины, чтобы осудить его. Свидетели не могли согласиться в обвинениях против него. Ирод не мог убить его. Смерть не могла победить его. И гробница не смогла удержать его. Это мой царь.